Приветствую вас, костяшки, ломающие зубы. С вами Федорович, а сегодня я хочу как бы в прямом эфире сделать обзор хайлайта на поединок между Саулем Канело Альваресом против Калеба Планта, который прошел 6 ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Поэтому не судите строго. Итак, у нас первый раунд. Еще раз напоминаю, что это не целый бой, а хайлайт каждого раунда. Я постараюсь смотреть его вместе с вами и вместе с вами его комментировать. А пока бойцы пристреливаются, разбрасываются, пару слов про то, кто в нашем ринге. Итак, про Канело, конечно, говорить много не стоит. Все люди, которые более-менее знакомы с боксом, ММА, да и единоборствами в целом, знают, что это за машина, что это за рыжий демон, который ломает всех на своем пути. Но скажу только про рекорд. У Канело при выходе на этот бой было 56 побед, одно поражение от всем вам известного денежного мешка и две ничьи. На кону он выставил пояс WBC, WBA и WBO. Против него в ринге работал Калеб Плант, такой перспективный паренек, который был проспектом, почему был, ну и есть, наверное, проспектом и сейчас. Он выставил на этот бой пояс IBF и выходил Калеб в ринг с рекордом в 21 победу. Без единого поражения и ничьи он был непобедим. 21 победа, и эта 21 победа дала ему возможность побоксировать с Канело за объединение всех четырех поясов. То есть вы понимаете, что стояло на кону, особенно для Канело. Для Калеба это так, как для претендента, можно сказать, была огромная возможность вписать свое имя в историю. Ну а Канело мог все потерять. Итак, первый раунд прошел у нас динамично. Второй также пристрелочка. И сейчас на ваших экранах третий раунд. Обратите внимание, от Калеба мне очень нравится, как он работает прямыми. Джебы. И с правой ручки у него, ну тяжело это назвать кроссом, но такой быстрый, четкий, прямой. Вот снова левый. Он очень классно работает левым джебом. Это в предыдущих его боях давало ему всегда большое преимущество пристреляться. Четвертый раунд. По судейским запискам сразу хочу вам сказать, что Канело лидировал. И Канело добавляет силу, добавляет серийность и работу. Конечно, у Планта нету такой силы. Вы должны понимать, что Канело в среднем весе это настоящий монстр. У него удар реально какого-то тяжеловеса, крузервейта точно. Он столько поломал ребер и челюсти на своем пути, что многим боксерам даже и не снилось иметь такую силу удара. Поэтому он может позволить себе такую работу, какую он делает. Ведь он как бы идет просто вперед, прямолинейно, казалось бы, прямолинейно, но при этом он постоянно качает корпус. Он постоянно делает попытки уклонов, нырочков. Вот сейчас уже в середине, да, с экватора боя, с пятого раунда, он просто выставляет глухую защиту, но пробивает ее Калеб своими джебами. Он выставляет глухую защиту, подходит на среднюю, ближнюю дистанцию и начинает всаживать жесточайшие боковые апперкоты. Вот очень классно он делает правой ручкой. Левой рукой он отжимает противника, заставляет его наклониться. И правым боковым пробивает корпус. И тут же правым прямым, как бы сверху, правый кросс пробивает в голову. Уже несколько раз Плант получал этот удар, но пока что выдержит снова этот удар. Видели? Вот опять левой ручкой держит. И правый сбоку в корпус. И только что добавил левый боковой в голову. Очень классная наработочка, которую советую вам. О, опять левой ручкой поджал и два сбоку левых бросил. Советую вам отрабатывать тоже на тренировке, если вы боксер. Или если дома есть мешочек, можно заниматься и дома самостоятельно на мешке. И снова Калеб. Ну, понятно, что по бою вы видите, что мощь абсолютно разная. Канело за этот бой выбросил в два раза больше силовых ударов. В два раза больше, чем Калеб. Восьмой раунд. Видно, что Калеб уже подустал немножко, но все равно его левый джеб, он остается всегда опасным, быстрым, острым.
И Канело пропускает, но Канело красавчик. Три удара выбросил. Классная работа. Мне очень нравится, как работает Канело. Он давит и все время работает корпусом. Очень классно. Но опять-таки, такую работу можно делать, если у тебя есть мощный силовой удар. В другом случае, если у тебя этого удара нету, но этот удар есть у противника, да, если бы так работали, вернее, когда так работали против Канело, он просто разбивал силовыми ударами. Ни одна глухая защита, ни один блок не может выдержать мощный силовой удар. То есть в своем весе Канело, конечно, монстр. И снова обратите внимание на эту работу. Левой ручкой придержал, прощупал дистанцию, поджал канатом, и потом начинается бомбардировка правой рукой. Очень четко. Калеб, конечно, уже бьет все меньше и меньше, но вот эти джебы, как сказать, они-то до цели доходят. Но для Канело они как пощечина от жены. Можно сказать, что ни о чем. Он не чувствует какого-то, да, повреждения. Они его не запугают. Они не останавливают его движение вперед. Вот попытка серийной работы от Калеба. Ну, нету там силы такой, чтобы напугать Канело, остановить. Но когда бьет Канело, то вы должны понимать, что вот здорово Калеб. Да, я на него наговорил, а он выбросил серию из 10 ударов. Хорошо обработал Канело. И снова эта серия, видели? Левый-левый джеб, правый сбоку в корпус и левый сбоку в голову. Классно. Тайсон присутствует. Наверное, его присутствие мотивирует бойцов. Он, наверное, мотивирует любых бойцов. Итак, у нас 10-й раунд. Канело продолжает гнуть свою линию, продолжает сокращать дистанцию. Опять сбоку-сбоку. Классно дал. Два боковых. Корпус-голова. У Калеба уже заплывают глаза. Снова два боковых по корпусу. И снова два боковых. Эти удары в корпус от Канело несут за собой две цели. Все, этими ударами он преследует две цели. Первая, основная, сбить дыхание противника. То есть после таких силовых ударов дыхание просто падает. Выносливость, соответственно, за дыханием падает. Снова по корпусу, видите? Канело постоянно обрабатывает корпус, особенно со второй половины боя начал это жестко делать. Ну и вторая цель, основная, это заставить противника опустить руки вниз. То есть опустить локти, прикрывать корпус руками и, соответственно, за руками опустятся перчатки. И это открывает Канело. Ой, класс, апперкот, вот о чем речь была. И это открывает ему калиточку в голове. Куда он уже запускает апперкоты и боковые. Вот как только что. Видели, как он посадил Калеба? Он ударил жестко два боковых в корпус. Калеб опустил локти, руки, начал прикрываться. И за ним же пошел сразу апперкот. И погнал Канело просто убивать. Просто планта убивать, разносить. Двойка сбоку, все. Я думаю, рефери стоит останавливать бой. Не нужно. Дальше будет только горе. Да, это победа. Это победа Канело. Разрушительная, крушительная. Казалось бы, все так просто. Он делает все элементарно. Он провел этот бой как по книжке. Шел вперед, качал корпус. Получал джебы. Немало он съел этих джебов от Калеба. Что принял на глухую защиту, от чего ушел, но основная масса все равно доходила до цели, но он их спокойно терпел. А в ответ на каждый джеб отвечал тремя своими крюками, жесточайшими и сильнейшими. От чего и получил результат. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, делитесь видео в соцсетях, а в комментах напишите, как вам бой, как вам Канело в целом и кто вам больше нравится на данный момент из боксеров. А поддержать канал и получить мою благодарность вселенской силы вы можете, став спонсором, даже за символическую сумму в пару долларов по ссылке возле кнопки «Подписаться». Увековечив свое имя в конце видео, получив плюс 100 к карме. Или поддержите канал любой суммой по ссылке в описании. А если вы хотите привести себя в форму и освоить навыки самообороны и ударной техники в стиле муай-тай, а также посмотреть серьезные обзоры боев, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании или забирайте бесплатные видеокурсы также по ссылкам в описании. И не забудьте подписаться на телеграм-группу «Движуха с Федоровичем», куда я даю полезные фишки, наработки, мотивирую и анонсирую предстоящие движухи. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.